Пси. Захар, тебе зачем? Отойди, пожалуйста. Чем он лучше? Здесь просто, мне кажется, он такой же, просто ручки поменены другие. У него, короче, еще есть функция. В машине можно. Чего в машине? На дороге можно будет. Так что сейчас посмотрим. В общем-то, мы давно хотели тоже. Ну как, не первой необходимости, хотя, наверное, первой. Ну, как первой? Просто такое сам как бы не купишь, потому что и то надо. Так что я очень рада. Гарантия 1 год. Вот. Тоже какая-то штучка. Интересно. И наборчики. Здесь разные-разные вот всякие штуки. Так, аккуратно. Аккуратно, дорого стоит. Ой, какой классный. Вообще бомба просто. Ой, дизайн мне очень нравится. Что он тут замотался? Зачем здесь вот эти штучки? Пойду включу. Ого, тяжелый. Такой как профессиональный. Вообще говорят, фирма Гизатон хорошая фирма. Сейчас я подключу. Какой-то странный. Мне волосы мешают. Не пойму. Он какой-то как широкий, что ли. Ничего не пойму. Инфракрасная. Смотри, Антон, эти горят. Ой. Ой, инфракрасные. Ну, понимаешь, вот он как будто как бы шею, что ли, плохо не цепляет по бокам. Как-то. Ну, то есть его крутит. А чё он остановился? Да. Он из-за того, что больше, наверное, он поэтому... Он большой, да. Не знаю, конечно. Это все прикольно, я вижу. Я знаю, он, скорее всего, дороже стоит. Но вот тот, что у нее, мы как-то к нему привыкли. И там меньше вот это вот, как бы вот это все. Что там оно? Там ручки. Зачем вот такие ручки, да? Ну, она, по-моему, сказала, что как у нее не было... А он такой, помнишь, типа такого мы видели в видео, помнишь? Ну, где-то да. Какие-то такие. Тут нет режима увеличить. Поменяла. Вверх ногами одела, хочу посмотреть, как вверх ногами. Ну, то есть одну часть брать.
Ну, вот я скажу честно, там другой был вот у мамы мужа. Вот он мне больше нравится. Я как-то не пойму его. Что-то он какой-то... Он слишком большой, его нормально как-то не фокусируется, не фиксируется нормально. Не знаю. Руки только устают. Вот устают руки его держать. Так что я не знаю. Ну, сейчас сам потом попробуешь. Ну, то есть он... Твоя мама, мне кажется, лучше. Ну, вот я вот и так уже давлю. Если только, конечно, к стене придавиться. Он выглядит классно, круто, дорого. И все на этом. Ну, уже какой есть, такой есть. Я его потом еще распробую. Такое бывает, когда вот много лишних деталей добавляют. Вот, вот это все лишнее. Здесь должен быть такой тоненький, просто резиновый тоже проводок. И все, как это вот у нашей мамы. А это они впендюрили, я не знаю, как типа... То, что инфракрасное излучение есть, да, это классно. Ну, вот это прогрев, все это здорово. Качество хорошее, фирма, я знаю, хорошая, вот это Гизотон. Но пока я его не поняла. Потестируем, узнаю. Вы вопросы будете задавать, я вам отвечу. Во влогах пишите. Сейчас пока ничего сказать не могу. День следующий хочу протестировать на свежую голову. За волосы. Самое главное, что нужно, это волосы мне поднять. Потому что они мне мешают при работе с шеей. Господи, понапридумывали какие-то зажимы вот эти. Фиксация типа. Но тут дело вообще не фиксация. Дело в том, что... Ладно. Вот видите, да, что они как бы, ну, вот конец ролика, и вот конец ролика, а шея-то у меня вот где. Получается, чтобы промассажировать шею, надо вот этим роликом сюда ходить. Волосы, зараза, все равно мешают. Инфракрасный. Ну вот эта кнопочка, это меняешь, в другую сторону будет крутиться. О-о-о. Не нужно никого просить, да? Особенно вот муж приходит с работы, мне там-там, помоги, мне болит там-там. Не нужно просить. Ну, вот эти очень большие. Вот в другом, который от Гизотон. Если вам на картинке покажу. Там они меньше. Он маневреннее. С ним как-то проще пользоваться. Вот. Это сейчас я вот уже Атлант. Где Атлант у нас? Где вот голова? А, вот. Вот классно. Вот. Проминаю себе. Вот, не могу вот эту поставить. Вон та хорошо встала. Хорошо, дальше что мне делать? Может, я хочу плечо сделать. Ну, короче, вот так вот давишь. Я боюсь, что просто кожа, она испортится. Вот что. Он так пока новый, он красивый. Я еще раз повторяюсь, мы его не заказывали, нам его подарили.
Подарок бомбовский. Офигенный. Буба. Вот, он опять. Притих. Подарок бомбовский. Очень нравится. Вот шейку чуть помяла себе. Хочу посмотреть, как на ноги будут. Ноги у меня больные, у меня полинейропатия всего тела. Горит, как это, электрический камин. Ну, в ногах кайфа не чувствую. Да, смог. Не знаю, давайте на живот попробуем. Я просто беру те режимы, которые описаны в книге. Потом. Ну, я... О, кстати, на животе прикольно. Так, когда... Беременная, она лучше лазит. Я как будто черепки попала. Я на него легла. Больно, жуть как. Но зато вот можно проработать шею по-человечески. Вот так эффект лучше, но больно. Ой, аж скрипит. Короче, я так боюсь, что я его сломаю. Покажу. Покажу, посоветую вам, какой же покупать. Какой же покупать? Покупать вот эту. Книжечка. Книжечка, книжечка, книжечка. На. Книгу. Жопа начинается всякие. Вот это. Значит, вот у нас вот этот, нам вот этот подарили. А у мамы массажер для шеи роликово. Вот этот. Мне он больше нравится. Ничего лишнего. Ручечки. Это какая-то херня. Кстати, здесь у него еще есть в составе прикуриватель. То есть его можно в машине... Насадка в машине, его можно заряжать, типа вот дорожный он. Ну ни хрена себе дорожный, так логичнее вот эту дорогу брать, место меньше занимает, чем вот эта бандура. Так что смотрите сами. Пока-пока.